Стасик Михайлов, что это с тобой? Приветствую вас, друзья и недруги. Меня зовут Евгений Додолев. Когда я впервые увидел вот это обращение Аллы Борисовны Пугачевой к Стасу Михайлову, которого она назвала мудаком, я подумал, что это дипфейк. Ну что, не может быть, чтобы вот она не это говорила, это понятно, что такое она говорит постоянно, а вот как она говорила, она, видимо, пыталась самого певца изображать, ну, такое жутковатое зрелище. Только ленивый не процитировал ее, не выложил это видео, я его сейчас воспроизведу на всякий случай для тех, кто не видел. Но мне странно, что при этом не подверстывают, собственно, слова самого Стаса Михайлова, которые спровоцировали вот этот наезд. Поэтому я их оставлю после вот этого страннейшего экзерсиса Аллы Борисовны Пугачевой. Посмотрите. Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица. Старенькая Алла Пугачева. Да я б встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю. А чего я могу и сейчас? Мудак ты, Стасик. Я ничего не понимаю вообще. Любого артиста делают люди. Люди. Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Вот показатель. На концерт пришли к нему, купили билет. Артисты есть. И вот когда... Не будем называть по именам. Я когда вчера посмотрел эту историю, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то нелицеприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны, понимать одно просто, первая вещь. Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут понимать, их не будет как личность. Б, простая вещь. Они на колени все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги. Стасик Михайлов, что это с тобой? Ехай нахуй!